Нашем музее боевой славы 1-й воздушной армии авиационного полка Нормандии Неман. Он был создан по инициативе первого директора Лавреновой Ольги Ивановны в 1965 году. В тот год школу посетили французские летчики Жозеф Риссо, Пьер Пуят, Игорь Хинбаум и старший инженер Агавельян. Именно в тот год наш музей приобрел статус школьного. Каждый год экспозиция нашего музея пополняется новыми экспонатами. На сегодняшний день наш музей не один раз не прекращал свою работу. Музей занимается изучением истории боевого пути 1-й воздушной армии авиационного полка Нормандии Неман, который во время Второй мировой войны воевал с 1943 года в составе советской 303-й истребительной авиадивизии против фашистов. Именно дружбе французского и русского народов героям Великой Отечественной войны и посвящен наш музей. Работой музея руководит совет музея, в состав которого входят ученики, педагоги и ветераны. А в проведении различных социально значимых акций с удовольствием принимают участие наши ребята. Основной вид поиска – это работа с поисковыми группами, изучение книг, буклетов, брошюр и статей, посвященных Великой Отечественной войне, встречи с ветеранами и их родственниками, а также переписка с нашими друзьями из России и Франции. Наши ребята с удовольствием проводят экскурсии и лекции на русском и французском языках, что является стимулом к изучению языка. На данный момент в нашем музее 6 разделов и более чем 560 экспонатов, в числе которых подлинные фотографии, награды, копии документов, письма, личные вещи летчиков, а также подарки музею от посольства Франции в России. Материалы музея используются во внеклассной работе, на уроках и выездных выставок. В данный момент материалы музея находятся на выставке музея в Лефортово. Почетными гостями музея в разные годы были военный посол Франции в России Сильви Берман, военный атташе ВВС Франции в России Эрик Кунзельман, Флёр Тордив, писатель, общественный деятель Ив Донжон, представители общественной организации «Мемориал Нормандия Неман» Жюль Ру, Рене Барки, летчики 18-го авиагвардейского истребительного полка «Нормандия Неман». Частыми гостями нашего музея являются ветераны районов Перово и Новогиреево города Москвы. В 2005 году по инициативе учащихся, педагогов и родителей на территории нашей школы был открыт памятный знак авиаторам 1-й воздушной армии и авиаполка «Нормандия Неман». Традицией музея стало проведение торжественной недели памяти полка в ноябре месяце. Каждый год она начинается с возложения цветов к памятному знаку на территории школы, памятнику 18-му гвардейскому авиационному полку Нормандии Неман в Лефортово и к могилам погибших воинов на Веденском кладбище. Музей является организатором различных социально значимых акций. Бессмертный полк, радость людям, Георгиевская ленточка, мемориально-патронатных акциях. Наши ребята совершают поездки по местам боевой славы. Школьный музей неоднократно становился призером районных и городских конкурсов, награждался грамотами за большую патриотическую работу с молодежью. Многие годы наш музей является постоянным участником международных слетов школ, изучающих историю авиаполка Нормандии Неман. Большую помощь и поддержку нам оказывает Ассоциация ветеранов полка Нормандии Неман. Постоянными гостями музея являются школьники, педагоги, ветераны, родители учащихся и гости из разных городов России и Франции. Наш музей является самым крупным центром гражданско-патриотического воспитания. Сейчас я хочу представить вам особенно ценные экспонаты нашего музея. Детали самолета Як-7 летчика 18-го истребительного авиационного полка младшего лейтенанта Коваленко Ивана Тихоновича, погибшего при выполнении боевого задания 6 июня 1943 года близ города Перемыши. Эти детали
были переданы нашему музею в дар в 2012 году. А в 2019 году у нас в гостях были родственники летчиков авиаполка «Нормандия Нева». Они передали в дар музею копии летной книжки и другие документы летчиков. Вот какие слова они написали в гостевой книге нашего музея. Immense merci pour votre accueil au sein de cette merveilleuse école, symbole vivant de l'amitié franco-russe qui dure et perdure dans notre histoire commune. Спасибо большое за теплый прием в стенах этой чудной школы, которая является символом франко-русской дружбы, которая длится и будет длиться в нашей общей истории. Merci pour votre magnifique travail de mémoire qui protège les valeurs inconvénables et fondamentales de Normandie-Nemain, le courage et la liberté. Et surtout, merci pour votre accueil. Спасибо за вашу огромную работу, нацеленную на сохранение памяти, которая защищает фундаментальные и непоколебимые ценности, такие как смелость и свободу. И отдельное спасибо за теплый прием. Ce fut un grand plaisir et un grand honneur de visiter l'école Phoenix pour ce premier voyage en Russie. La mémoire d'un valeur ancien et heureux du Normandie-Nemain est remarquablement prié et honoré. Наш визит в школу во время нашей первой поездки в Россию – огромная честь для нас. Память о наших достойных предках, о героях Нормандии и Неман здесь ревностно оберегается и почитается. Хочу обратить ваше внимание на фрагменты самолета первой краснознаменной воздушной армии Тарасова Петра Николаевича. Они были найдены... Они были найдены под Калининградом поисковой группы «Совесть» летом 2018 года. Наш музей получил их в дар в 2019 году. Еще хотелось бы представить вам панораму боя на реке Неман. Он произошел в 1944 году. Эту панораму сконструировали учащиеся нашей школы в 2009. В 2019 году наш музей посетили родственники героя Советского Союза, летчика 18-го истребительного авиационного полка «Нормандия Неман» Барсукова Василия Николаевича. Они предоставили нам материалы, которые стали частью экспозиции нашего музея. Василий Николаевич Барсуков родился 6 августа 1922 года, умер 26 сентября 1990 года. В годы Великой Отечественной войны совершил 380 боевых вылетов, 70 воздушных боев. Сбил 22 самолета противника лично и 7 в группе. 19 апреля 1945 года указом Президиума Верховного Совета за героизм и мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Ему было тогда 23 года. Барсуков Василий Николаевич вылетал на боевые задания с французскими летчиками полка «Нормандия Неман». Был награжден различными орденами и медалями, в том числе высшей награды Франции, орденом почетного легиона. Василий Николаевич написал книгу «Крылом к крылу», которая была посвящена летчикам 303-й истребительной авиадивизии, а также пилотам французской эскадрильи «Нормандия». Книгу сам иллюстрировал рисунками, нарисованными в перерывах между боями, где пытался запечатлеть все, что видел своими глазами. Разрешите тоже немного добавить. В нашем музее есть еще уникальные документы. Например, мне хочется вам сейчас... Хочется представить вам вот эти материалы. Это настоящая подборка газет 1945 года «Красная звезда». В дар музея они были переданы музеям на Поклонной горе. И вот специально для вас, ну, это так у нас и находится все в музее, но мне хочется обратить ваше внимание. Статья как раз газеты «Красная звезда» о возвращении летчиков Нормандии Неман к себе на родину. И вот несколько слов, о чем же здесь в этой заметке написано. Летчики французские говорят о том, какая техника хорошая, самолет Яковлев-3, на котором они летали. Какие замечательные советские летчики, с которыми они вместе воевали. Это асы, это хорошие товарищи. Какая была замечательная дружба между ними. Она была в воздухе, она была на земле. Они будут помнить всю жизнь те годы, которые они провели вместе в боях с советскими авиамеханиками и советскими летчиками. Они никогда это не забудут. Ну, вот об этом говорит заметка, которую мы представляем нашим ребятам. И в других, конечно, газетах есть интересные документы, которые стоит с ребятами рассматривать. У нас есть фотография маршала Жукова с автографом его дочери Марии, которая передала в дар нашему музею, вот дочь Мария.
Также у нас есть фотография нашего замечательного авиаконструктора Туполева с его автографом. Есть книга замечательная Константина Симонова «Сталинград» на английском языке, подаренная тоже нам в дар общественной организацией и с автографом этого замечательного писателя. Ну и много интересных, я думаю, интересных вещей, которые вы сейчас будете, проходя по нашему музею, видеть. Ну и я думаю, вам будет интересно. На этом наш рассказ, ребят, закончен. Вот. Добавить. Значит, у нас появились как информацию как раз по Коваленко. Ну, такая небольшая, но все равно можно ее использовать. Они вылетели с аэродрома Хотенки на перехват бомбардировщика, который шел бомбить Москву. Но так как его сопровождали истребители немецкие, да, в воздушном бою он был сбит. Буквально в 20 километрах, наверное, от аэродрома нашего. То есть фактически он бы мог лететь на Москву, бомбить Москву, но вот Коваленко его остановил, да? Ну, не один был, их была пара. Это была пара, да. Да, поэтому я не знаю. Як-7Б. Да, мы еще не сказали, что... У нас есть вот здесь как раз копия архивной справки, которая как раз рассказывает об этом бое. Вот. Ну, прочитай, что там было. Так, пожалуйста, почитай. Да. Архивная справка. Сообщаем, что в донесении о боевых и небоевых потерях 18-го гвардейского истребительного авиационного полка за период с 1 июня по 16 июня 1943 года значится. А 6 июня 43 года летчик-лейтенант Коваленко Иван Тихонович погиб при выполнении боевого задания при догоне самолета противника. При догоне самолета противника в результате воздушного боя был сбит в районе Ржавец-Песочинский. Основание ЦАМОРФ, фонд 20265, опись 1, дело 118. В оперативной сводке номер 105 штаба 303 истребительной авиационной дивизии на 6 июня 1943 года значится: пилот 18-го ГИАП, младший лейтенант Коваленко, имя, отчество не указано, вылетевший в 18.32 в составе пары Як-7 на перехват одного Ю-88. Задание не вернулся. Приняты меры к розыску. В оперативной сводке номер 106 штаба 303 истребительной авиационной дивизии на 7 июня 1943 года значится: в оперсводке номер 105 от 6 июня 1943 года отмечен невернувшийся с боевого задания пилот 18-го ГИАП, младший лейтенант Коваленко. Установлено, что младший лейтенант Коваленко в воздушном бою с первым Ю-88 в районе Перемышль был сбит и упал на первый километр северного аэродрома Песочинский. Самолет Як-7 номер 3648 разбит, пилот погиб. Основание. Фонд 20265, опись 1, дело 14. В переписке по эксплуатационной службе 18-го гвардейского истребительного авиационного полка за июнь 1943 год имеется инспекторское свидетельство номер 6 старшего инженера 303 ИАД, в котором написано: на основании представленной выписки из приказа по 18-му гвардейскому истребительному авиационному полку за 16 июня 1903 года разрешается самолет Як-7Б номер 3615-34-8, мотор типа М-105ПФ номер 42429 списать в расход 20 июня 1943 года. Основание – опись 21-36-17-С, дело 3. Вот такая. Я хочу что еще добавить, да? Мы недавно были там вот на этом месте, где он упал. Место очень красивое. Да. И получилось так, что там поле, ну, пойма реки, и крутой берег. И на крутом берегу стоит деревня. Мы же рассказывали, как вы нашли это, да? Да. Вот. И в этой деревне люди до сих пор живут, она действующая. Вы в курсе, как нашли его? Да, ребятам рассказывали. Дело в том, что если бы его не нашли,
то его бы как бы вот так, только вот эта справка и все, больше ничего не было. Но нашлись люди, которые, вот, кстати, они тут стоят, да? Оба. Значит, они пошли по деревне и спрашивали, ну, кто чего видел. И дедушка старый рассказал, что когда он был мальчиком, его мама стригла во дворе на табуретке. И он видел, как этот бой происходил, и как сбили. И когда вот они пришли и посадили дедушку на эту, ну, на табуретку там же, и где направление, он так вот показал направление за речкой. Пошли, ну, миноискателями нашли самолет, он 10 метров зарылся в землю, вот, откопали. Летчик там находился в самолете, его оттуда вытащили, я сам видел, как это самое. И он целый, просто в глине, не разложился, как в комбинезоне все было. Вот. Ну, вы отправили на родину в Краснодар, в Краснодарском крае, похоронен. Вот. Темрюкского района. И вот мы недавно там были совсем, посетили. И что интересно, что памятник опахан. Там, значит, это самое, вот это поле, где он упал, с этой стороны деревни. И когда мы приехали к этому памятнику, да, то, видите, обнаружили осколки самолета. Ну, такие же, да. То есть кто-то собирал где-то по полю, там, пастухи там, и так далее, да. И все в одном месте сложили. И железки вот приносили сюда. Мы их собрали, эти остатки. И сейчас отвезем в школу в Козельск, там где рядом. Вот, и Фрязино. Фрязино. Вот, мы в дар дарим вот эту фотографию. Совсем недавнюю. Это не все. Спасибо огромное. Да. Маша, давай, принимай. Это одно. Нет, мы как бы пополняем экспонаты вашего музея. Спасибо огромное. И будем пополнять. Спасибо огромное. Поэтому мы сказали о том, что, конечно, огромную роль и огромную помощь играет Ассоциация ветеранов по охране. Вот. За эти полгода мы много объездили, хотя вот это сложно было, да? И вот этот Коваленко, место, где он упал, а это место падения Жана Тюляна. Жана Тюляна, знаете, это командир эскадрильи, очень такой легендарный летчик, он дрался, и они погибли, конечно, через пару недель после того, как начали боевые действия. От эскадрильи осталось там 6 человек. И вот до него доехать очень сложно, только на тракторе, потому что ехали вот до места гибели. Наталья Варина уехала и говорит, газик командирский застрял, не мог выехать. Вот. Но ухожено, все тоже дали вам в дар музею. Спасибо огромное. Вот это. Спасибо. Вы знаете, что Жан Тюлян был. И могила Литольфа. Вот, а это. Да, могила Литольфа. Место гибели Литольфа. Да, место гибели. Где тоже Литольф, он когда прилетели они к нам, у него был очень большой налет, он очень такой подготовленный летчик был по сравнению с другими. Так же, как и Тюлян. И они оба погибли, ну, почти разом. Вот. Ну, тоже такое место, вот, ухоженное и. А Тюляна, кстати, что интересно, его же похоронили, и никто не знал место его захоронения. Только местные жители, какая-то бабушка там вспомнила, что какой-то хоронили, у него шарф белый какой-то там был, понимаешь, вот. И когда его изъяли из могилы и похоронили на Венецком кладбище, измерили кости, ДНК не брали, вот. И поняли, что это он. Предлагали сыну Тюляна сдать анализы, чтобы подтвердить и отправить во Францию. Но он не согласился. Он сказал, вот если он тут лежит, он пускай вот тут лежит. И он там лежит под камнем неизвестному летчику. Есть там такой. Да, вот тоже дарим в дар музею. Вот это место.
подпишите там, шпаргалочку написали сзади. Спасибо. Спасибо. Вот. Спасибо. Ну, вот она получается, подать. Вот это история из Катерины Нормандии Неман в СССР. Маршевый журнал. Журнал боевых действий с 22 марта 42 по 20 июня 45. Значит, здесь описаны каждый день, каждый час, что они делали с самого начала до самого конца. У вас нет такого журнала? Нет, конечно. Нет, нет. Нет, понятно. Нет. Предыдущее издание было на французском языке в 46 году. Это впервые на русском издано под, скажем так, протекторатом «Флёр Тартиф». Ну это, подожди. Вот. Значит, она в 11-м экземпляре, потому что надо многим школам раздать. Это французы постарались. Вот. Флёр подарила нам, она сейчас во Франции. Вот. И сказала, что в этот журнал разнести по всем музеям школ Нормандии. Почитайте, очень интересно. Я читал, ну, вот они своим языком пишут, что у них было, как, чего там и так далее, и воздушные бои. И можно понять, как они дрались, как они жили. Вот. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, что сейчас живы еще ветераны Великой Отечественной войны, их 3 человека осталось у нас. 4. И вот об одном из них, Николае Кулькове, да, Николай Иванович Кулькове, написана эта книга «Небо и земля». Ему сейчас всего лишь 96 лет. Он бодрый, если вы увидели, он все время улыбается. Почему долго живет? Потому что он все время улыбается. У него все время хорошее настроение, он всегда самое танцует, поет. Стихи. А? Стихи рассказывает. Да, стихи. И, в общем, живет в пятиэтажке на 5-м этаже, бегает туда-сюда, еще и на танцы ходит, в общем. Он как такой вот живой. Вот он летал в нашем полку. Значит, он был в паре с Серегиным, героем Советского Союза Серегиным. Вот. И вот он об этом пишет. Он, я не знаю, вот на Ил-2 кто летал, они там 3-5 вылетов их сбивали. Такие самолеты. Да. А он трижды был сбит. Вот. И даже один раз сел на какое-то дерево. Самолет вот так упал, что прямо на березе его повис. Вот, как он выбирался там оттуда и так далее. Вот. А потом же в Корее участвовал в боях, а потом служил на Дальнем Востоке 523-м полку. Там и закончил. Вот. Эта книга, значит, с его личным автографом вам дарим, да? Но она будет, конечно, в музее. Да, конечно. А вторую книгу, это вот библиотека. Спасибо, да, чтобы ребята читали. Она не подпишет. Хорошо. Да, специально. Спасибо. Угу. Вот. Здесь автограф его. Ну вот тоже, видите, у нас такая перекличка. Журнал. Можно я вас познакомлю вот с молодым человеком. Может быть, вы его помните, Сергей Анатольевич, когда вы были вместе с послом Франции, вот, и мы устраивали выставку работ. А ученик 7 класса занимается моделированием. Конечно, в прошлом он любитель был моделирования именно танков времен Великой Отечественной войны. Ну, даже современных, да, Лев? Вот. Но я все-таки убедила его, что у нас музей авиационный. А он постоянный член нашего совета, и мы всегда здесь, каждый день он бывает в музее. Вот дня не проходит, чтобы он не пришел ко мне в музей. Так вот, я его убедила, что все-таки надо и обязательно мне и работу авиационную сделать. И вот он потихонечку, вот он
Вот он работы делает, а вот одна работа его стоит даже уже в витрине нашего музея. Ого, да. Вот, так что кстати, он может 6. Фотографии своих танков показать. Сколько моделей у тебя 0, уже собрано, Лёва? Они 0,6. 23 модели. Нет, у нас сейчас шестерка была. Простая, просто без ну, они у тебя дома. Вот. И вы знаете, самое ценное то, что он работает с малышами. Я его прошу приходить в младшие классы, приносить все то, чем он работает. Вот он проводит вот такие уроки у малышей. Он приносит все свои материалы, показывает, как он... Но он удивительный, конечно, человек. Почему? Потому что так аккуратно, так кропотливо работать, вот так, чтобы аккуратно все было. А вот я на него, конечно, удивляюсь. Он огромный молодец. И вот то, что он малышам это рассказывает о своем увлечении, о своей мечте, вот как он это все делает, как он это собирает, это очень важно. Малыши любят это, они прям зовут его к себе. Вот. И вот он замечательные такие занятия проводит с ними. Мне хотелось сегодня, вот, чтобы вы познакомились с ним. А я хочу еще раз принести подарок. Только он у меня там вот в рюкзаке в черном. Да. Есть там такой? Конечно. Вот. Ну хорошо, что вот вы представили. Вот здесь, кстати, его работа немножечко есть. Вот здесь в витрине танки. Вот это его подарок музею. Лёвину. Вот еще два самолетика. Ну, я сказала, Лёв. Вот. И ну, здесь у меня, значит, два самолета. Один самолет, это, наверное, Як-9, это на котором летал Марсель Лефевр. Вот. И самолет Як-3, шестерка, на котором летал Марсель Альберт. Марсель Альберт, да, совершенно верно. Ага. Вот. Но я смотрю, шестерка у вас есть вон это самое. Ну, вот Лёва сделал, да, Лёва сделал. Придется вам другой музей. Вы нам тогда один отдаете, а второй в другой музей подарите. В Козельск. Козельск, точно. Да, они будут очень благодарны. Да, да, да. А мы вам подарим Як-9, на котором летал Марсель Лефевр. Да. У вас нету? 14 номер. Все, сейчас сделаем. Лишь бы они доехали нормально, то что они же такие хрупкие. Они хорошо доехали. Да кто ее знает. Вот это... Замечательно. Вот это, о, вот это самолет Як-9, это который летал Марсель Лефевр, 14-й борт. Угу. Вот. Единственное, тут мастер есть, колесико вскочило одно. Идем при транспортировке. Найдешь там что-нибудь похожее и сделаешь. А? Не надо. Может быть, он выпал. Там я... Ну, нет. У нас есть детали. У нас да. есть. Ну, там не обязательно что-нибудь такое сочинит. Он, не, у нас есть детали. У нас тоже есть вон, неплохая там экспозиция. Так что вот нам подарили. Марсель Лефевр, пожалуйста. Спасибо огромное. Лёв, держи. Почините. Ага. Да. Гостем нашего музея был летчик-космонавт Гроботко Виктор Васильевич. Он воспитанник 240-й дивизии 1-й воздушной армии. Вот его фотография. Наш бывший председатель 1-й воздушной армии, он, к сожалению, тоже уже умер. Вот. Он нам подарил две книги уникальных. «Руководство к бомбометанию». И вот эта интересная книга. Это в помощь, значит, называется «Наставление к штурманской службе МШС. Военно-воздушных сил». Ну вот. Подождите. Вот вообще, конечно, на ребят производят неизгладимое для на малышей впечатление, когда рассказывают про дедушку, который вот рассказал, как упал самолет, как он это увидел. У детей глаза горят. Это вот эта история на них такое впечатление производит, конечно. Вот. Ну и вот так вот я в альбом собрала, какие документы есть. Вот, ну, вот я сказала, девочки сказали о том, что много подарков французского посольства в военной миссии. А, ну, вот комбинезон подарили французского летчика, фуражку, какие-то памятные вещи.
Вот. Много книг о Нормандии Неман, которыми мы и пользуемся, и читаем, и так далее. Вот. Ну, вот это вот уникальная, конечно, лопасть винта самолета. Тоже дети удивляются, на какой, на каких самолетах мы летали и каким самолетом. Знаете, как я перекличку веду? Ребята, вот наша авиация, вот знаменитый самолет ПУ-2. Вот, вот говорю, ребята, посмотрите, абсолютно деревянный винты самолета. Посмотрите, вот летчик Коваленко летал на самолете. Обратите внимание, крыло самолета. Да, дерево, покрытое вот этой тканью пропитанной, металлом покрытое. И вот мы смотрим уже на современную технику, самолеты, вот КБ «Сухой». Из истории нашего полка, это что получается, скажем так, с начала боевых действий, наш полк летал, когда еще не был 18-м, на И-15, И-16, то есть совсем на старых, даже не на Су-7Б. И звание гвардейский полк заработал именно на этих самолетах. И вручили 7 марта 1942 года, когда они на переучивании на Як-1 были в городе Новосибирске. Так, ну можно я Павлу Карловичу покажу маленькую страничку о командирах полка Нормандии Неман? Пойдемте, Павел Карлович, вы найдете там свои фотографии. У нас, конечно, есть не вся информация, не о всех командирах полка, но вот те, кто нам предоставили свои материалы, мы расположили вот в этой витрине. Павел Карлович, идите сюда, посмотрите. Так, Павел Карлович, подходите сюда. Вот, посмотрите. Рубцов Петр Сергеевич, Фетисов Анатолий Андреевич, Чайковский Павел Карлович. Мне хочется, конечно, расширить экспозицию и еще о других командирах полка побольше информации расположить в музее. Но пока вот у меня... Но я общую информацию сделаю вообще о всех командирах. Сколько было, в какие годы, кто был командиром полка. Это я сделаю, эту информацию. Такую общую. Это вот... Вы молодой, вы красивый. Ну, конечно. Вы замечательный. Это вот в городе Староконстантинове, на МиГ-19. Я согнулся. Этот маленький такой. То есть я все, что связано с авиацией, в общем, здесь, в музее, коплю. Ребятам показываю. Например, униформа российского военного униформа российского военного воздушного флота. Вот три тома, начиная с 1890-го и заканчиваем 2004 годом. Еще один интересный экспонат нашего музея. Это первые ноты песни эскадрильи «Нормандия». Один из первых экземпляров, которые были выпущены, когда только была, ну, вышла в свет эта песня «Эскадрилья». Угу. Музыка Фраткина, слова Долматовского. Вот. 1957 год, песня «Эскадрилья».